бывает так, что близость рождается внезапно. Не с тем, кого ты любишь. Не там, где ее ждешь. Бывает так, что чувство, как лава из вулкана, испепеляет принципы, которыми живешь. Бывает, что вселенная взрывается ударами от встречи глаз нечаянной, прикосновений губ. И как заставить линии потоками обратными вернуть тебя в размеренный, привычный тебе круг? Не слушай свое сердце, забудем то свидание. Тем более нет права у нас с тобой любить. Остановитесь в мысли и прочь воспоминания. Мне хочется не верить, мне хочется забыть. Бывает так, что близость рождается внезапно. Ну как, скажи на милость, теперь мне с этим жить?